самые доступные методы обследования – общие осмотры и пальпация, но они происходят без применения технических средств, поэтому не дают полного представления о клинической картине заболевания. Проблемы с суставами работают как агент под прикрытием. Часто их разрушительную роль может определить обычный рентген. Рентгенография до сих пор самый популярный метод диагностики. При таком обследовании изображение суставов проецируется на особую пленку с помощью рентгеновских лучей. После проводится анализ и выставляется диагноз. На данной рентгенограмме пациент 82 года рождения, слева абсолютно норма, нормальная структура головки бедра, нормальные суставные поверхности, как головки, так и вертлужной впадины, сохранена абсолютно рентген-суставная щель. На рентгенограмме правого тазобедренного сустава есть неоднородность структуры головки бедра с неровными суставными поверхностями, это узурации. Также имеется остеосклероз структуры вертлужной впадины с массивными краевыми костными разрастаниями практически по всем контурам. Выражено неравномерное сужение рентген-суставной щели. На данной рентгенограмме асептический некроз головки бедра. Учитывая молодой возраст, эндопротезирование показано. Рентгенография в большинстве случаев дает полную картину патологии. В исключительных врач назначает УЗИ. Чтобы увидеть мягкотканный компонент, капсулу, состояние внутрисуставных связок. Также специалист может провести компьютерную томографию. Ее тоже делают в РКБ. Компьютерная томография назначается на сегодняшний день строго врачом-травматологом для определения каких-либо преимущественно костных изменений в суставе, которые накладываются в прямой и в боковой проекции. И нужно вывести этот участок, интересующий доктора, в трехмерном пространстве и показать его. К сожалению, при компьютерной томографии мягкотканный компонент суставов, как крупных, так и мелких, зачастую сливается между структурами. Это хрящ, либо это связка и с мышцами, и лучше всего, конечно, магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная томография суставов осуществляется при помощи радиоволн и сильного магнитного излучения, которые дают возможность получить четкое изображение ткани. МРТ позволяет увидеть во всех деталях клиническую картину при травмах и дегенеративных заболеваниях суставов. Процедура длится 10-20 минут, а заключение пациент может получить уже через полчаса. При подозрении на патологию капсулы сустава, либо внутрисуставного связочного аппарата, при патологии на повреждение хряща назначается магнитно-резонансная томография, которая четко разделяет эти все анатомические структуры, показывает их в разных сигналах, тем самым определяя, это острое воспаление, это хроническое воспаление, это какое-то объемное образование, которое мы не видим при других исследованиях. Наиболее оптимальный метод для диагностики суставов в каждом конкретном случае подберет лечащий врач с учетом жалоб пациента, состояния его организма и необходимости детализировать исследуемую зону. Боль в суставах нельзя терпеть, чтобы она не стала хронической. Важно как можно скорее поставить точный диагноз и подобрать лечение.